Друзья, всем привет! Всем здравствуйте! Дорогие мои хорошие подписчики, гости моего канала! Приглашаю вас прогуляться вместе со мной по набережной реки Яузы. Так красиво сделали весь берег, все ухожено, аккуратненько деревья, кустарники, все подстрижено, дорожки для велосипедистов, для пешеходов, много площадок детских. Там прям вот целый детский такой комплекс. Много, ну, отсюда вот за кустами не очень видно. Там много-много всего. Мост такой сделали. Было раньше вообще какой-то непонятный тут мостик. Сейчас все красиво, аккуратно. Берега у речки выложили тоже, укрепили. Не хочется. Знаки, пешеходы, велосипедисты. Все очень грамотно. Вечером здесь подсветка везде. Очень красиво. Тоже можно гулять. А был пустырь такой. Все запущенное было, заросшее. Ну вот, говорить, что ничего не делается, все-таки нельзя. Много чего делается в Подмосковье. Это Подмосковье, Мытищи. Такие вот серебристые, по-моему, это ивы. Вот, не знаю, солнышко отсвечивает. Против солнышка снимаю. Такие красивые. Мы гуляем, очень много делается. Сейчас во всех дворах, тоже где просто протоптаны тропинки были, грязь после дождя, сейчас везде брусчатка кладется, чтобы людям было удобно, чистенько ходить. Все подходы к школам, к детским садам. Смотрите, красота. Везде лавочки, такие зоны отдыха. Обязательно рядом урна. И, кстати, вот я сколько гуляю, нигде никакого мусора нету. Видимо, и убирают, и все-таки люди видят, что все чистенько, вокруг аккуратненько. И стремятся не мусорить, не бросать. Везде все очень чистенько, так здорово. Прям очень приятно. А тут можно даже перекусить. Кофе. Такой вагончик. Булочки всякие, хлеб. То есть погулять, перекусить. Здесь тоже красота так. Все сделано. Очень красиво. Посажено, все разрослось. Кто-то спортом занимается, бегает. С детишками тоже много тут гуляют.
Смотрите, стоянка для велосипедов организована. Ну, здесь уже такой тенечек, прям вообще супер. Сегодня денек солнечный, тепло. Ну, друзья, просто вот какое удовольствие. У кого даже вот дачи нету, нет возможности выехать куда-то. Вот, пожалуйста. Вот там вот, кстати, за этими деревьями, вот она, река Яуза. Вот там вот она. Гуляю, получаю удовольствие. Вы знаете, воздух просто замечательный. Здесь за деревьями спряталась такая волейбольная, баскетбольная площадка, футбольная, ну, все вместе. Ну, вот большой мост через Яузу, по которому машины ездят, ремонтируют сначала одну сторону, потом вторую, ну, чтобы была возможность машинам все-таки сюда проехать. Ну вот, гуляем дальше. Это уже я подальше немножко прошла. Тут на берегу тоже целая детская такая площадка. Очень хорошо здесь. Не жарко. Воздух замечательный. От речки идет такая свежесть. Кругом зелень. Просто красота. Газоны такие кругом. Смотрите, зеленая травка, все подстрижено. Все аккуратненько, все чистенько. Все-таки молодцы, администрация за всем следят. Сейчас поближе туда к речке подойдем, покажу поближе берег. Это вот в одну сторону, вот там за кустами Яуза, ну, а тут в другую сторону. Здесь вот уже видно водичку, уточки там плавают. Сейчас приближу. Вот там уточки. Thank you.
Везде лавочки. С лавочками, повторюсь, тоже мусорки. Все чистенько. Ну, просто супер. Давно здесь не гуляла. Вот она, Яуза. Я помню, давно она тут такая узкая была. Ну, вот ее расчистили, расширили, привели в порядок всю прибрежную зону. Тут голуби, воробьишки. Поскакал. Ой, утка купается. Голуби вообще не боятся. Я подошла близко-близко. Вообще не боятся. Они тут ручные. Кормят. Хлебушек голубям, уткам приносят. Вон их сколько. И вот смотрите, она вот туда-туда идет. Такая красота. Thank you.
вот в такой зеленой зоне мы живем. Ну как же приятно находиться около воды. Вот реально такая прям свежесть. Сегодня денек жаркий. Тут прям как водопад такой образовался. Я помню, когда-то давно здесь был маленький такой деревянный мостик. Конечно, он со временем сломался. Новые тут считали нужным, что не надо делать. И остались, видимо, вот такие вот какие-то препятствия для воды. Она теперь тут бурлит. Ну, очень даже здорово. Рябина какая уже красивая. Ягоды. Красота. Вот опять тут стоянка для велосипедов, самокатов. Ну и мы сами выходим опять к большому мосту через реку. Этот мост и пешеходный, и для машин. Вот тут даже уже знак. Ну, это вот я подошла поближе вам показать деремонт. Смотрите, какое тут все еще старое, ржавое. Кошка бродит. Ну и вот яуза в другую сторону. Ну вот, дорогие друзья, на этом я заканчиваю свою прогулку с вами. Пойду в другую сторону, уже по своим делам. Буду рада вашим комментариям, как вам понравилась прогулка. Пишите комментарии, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь. Буду очень вам благодарна за это. Все, пока-пока.